хочу всех поздравить с замечательным весенним днем, апрельским днем. Ну и что, что на улице морозит легкий и подмораживает лужи и грязь, это даже хорошо. И ничего, что летят снежинки. Пусть сегодня у нас у всех будет весеннее настроение. Посмотрите, как нас много собралось. Здесь даже огромный этот терракотовый зал не вмещает всех желающих побывать на нашем празднике. А начнем его, ребята и взрослые. Второй детский сад, малыши. Вы знаете, что нынче идет год театра. А ведь мы все актеры в этой жизни. Как сказал Шекспир, весь мир театра, люди в нем актеры. И действительно, на работе мы играем одну роль, приходим домой, у нас роль другая. Где-то в общественном транспорте, в магазине у нас еще роль. И только оставаясь наедине с собой, мы, наверное, никого не играем. Остаемся сами собой. Итак, я приглашаю вас сегодня в театр. Посмотреть, как же готовится спектакль. Я знаю, что вы любите все ходить в театр. Но перед тем, как откроется занавес и выступят актеры, там идет длительная подготовка. Давайте внимательно заглянем за кулисы и посмотрим, как же готовится театральный спектакль. Итак, театр глазами детей. Просим. Готовы?
позже домой приходи. А я пока тут песенку хорошую смотрю. Ну до чего же песенку и кучек люблю. Да чего же курочка хороша, да чего же добрая у нее душа. Погляди-ка, курочка, что же тут творится? Просто безобразие, куда это годится? Девушки зеленые, скидары, сыты, вот, ближе, ну как бы не видно. Саша, где Маковка? Почему вовремя не пришли? Лиса, повторите. Девушки зеленые, скидары, сыты, вот, ближе, ну как бы не видно. Как я курочку сегодня ловко обхитрила. Нет, хитрее лисенки, 100 раз я говорила. Ну, родимая моя, хватит подметать, очень кушать хочется. И тебя я, хватит. Подойдите, пожалуйста, сюда. От имени музея вносит вам благодарность. Спасибо. Сегодняшний концерт мы построили в форме творческой эстафеты. И вот такую вот эстафетную палочку, ее роль играет вот такой замечательный цветок, изготовленный руками, талантливыми руками, коллеги расширенными. Я сейчас буду вручать следующего исполнителя, который будет вас поздравлять, будет приветствовать вас. Итак, 13-й детский сад. Наступает 13-й детский сад. Средняя группа с песней «Бравые солдаты». Thank you.
Дети, дети, нас не дели, и нас не дели, нас не дели. Все твои.
встречала праздничная толпа. Люди связали пальмовые ветви, несли их в руках и устилали ими дорогу перед Христом. В России православные христиане приходят в храм с пушистыми веточками вербы. Отсюда и название праздника – Вербное воскресенье. Вербная неделя считалась детским праздником. В этот период проводились вербные базары, на которых продавали игрушки и сладости. Устраивали цирковые и балаганные представления. Катание на лошадях, ставили качели. Yeah.
Thank you.
прочитает стихотворение «Прабабушка» Николай Гоблов, воспитанник подготовительной группы. Моя прабабушка, автор Татьяна Чуркова. Моя прабабушка седая, такая милая, родная, со мной играет, приговорит. Спасибо.
изготовляли для самолетов оружие для солдат и пушки, и, конечно, павиан. Мой прадедушка был ранен, а прабабушка ждала много горя. Бабушка познала все года. Thank you.
пришли. Ну, эстафета 20 лет. Ансамбль подготовительной группы исполняет песню «Шли солдаты на войну». Thank you.
потертой гимнастерке, в пилотке и с косичками в разлет, глотая воздух фронтовой полын на горке, одним движением гнала войска вперед. Теплый апрельский денек, правда, когда мы уже совсем ждем весну. А весна-то вот
Михаил Краснов. Yeah.
Поздравляем вас с праздником! С весной!